Ну все, пошли работать. Конечно. Да я имею в виду сниматься. С ума сошел, что ли? Гузеева, в эфире «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты. Ксения, Екатерина и Анна. А жених у нас Евгений. Нет, боюсь. Вот туда. Евгений, 39 лет. Никогда не был женат и не имел серьезных отношений с женщинами. Евгений по образованию авиационный инженер. До недавнего времени увлекался съемками в фильмах для взрослых. Сейчас работает электромехаником. Гордится красивой фигурой. Предупреждает, что не готов становиться отцом. Евгений не готов создать семью с обладательницей бывших мужей, детей и вредных привычек. Женится на интеллектуалке с высшим образованием, длинными ногами, пирсингом и креативным подходом к интимной жизни. Я приехал к вам из европейского города Рига. Угу. Хочу вам подарить немножко подарков. Это, так сказать, традиционные рижские приветы. Угу, вам тоже. Ой, я уж испугалась, думаю, да, брать, нет, не брать. И еще самое главное, вот это так в порыве души, это вам. Спасибо, черная роза, это боже вам. Мой. Эмблема печали. Да, а это красная вам. Красная роза, эмблема любви. Это искусственные цветы? Да, черные именно Гузеева подарила. Аня. Он даже на букетик не разорился, свежих цветов. Женечка, смею предположить, что вы до сих пор не женаты из-за своего вот такого необычного увлечения. Засосало, так сказать, вас по полной программе. Простите за каламбур. Да, засасывало хорошо. В какой-то мере действительно повлияло. И облизался. Боже, чур меня. Да. Чур. Ну, он такой спортивный, мне кажется, интересный. Надо с ним пообщаться. Ну, вы звезда? Для кого-то, да. В своем жанре. Что значит для кого-то? Есть признанные звезды? Нет, это... А да, вы сейчас меня... изображать, что я ни разу в жизни не видела фильмы для взрослых? Нет, я не звезда, глупо. Но это... Ну и не статист. Это никогда... Ну не на разогреве. Никогда не на разогреве. А вам народные дают? Но это никогда не было у меня основной работы, знаете. А расскажите, пожалуйста, о своем творческом пути. Вот как вы однажды проснулись и поняли... Но не могу это, без кинематографа. Да, это было совсем не так, что проснулся. Это я работал электромехаником. Кидали тогда еще по почтовым ящикам в Латвии бесплатную газетку рекламную. Вот однажды в обеденный перерыв просматривал, и там было объявление. Шведская компания приглашает на кастинг парней и девушек. Не, ну судя по хобби, понимаешь, электромеханик-то она тоже такая сопутствующая профессия. Там сантехник, опять же, может быть хороший, электромеханик, там дворник, мастер на дом, чистильщик, да? Бассейна. А вот можно влюбиться в партнершу? Кто-то, может быть, и может. А вы? А я не хотел. А ну были с кем-то отношения? Или, как говорится, за день так наковыркаешься, домой придешь, там ты уже. Здрасте, пришел муженек. Нет, так, с партнершами отношений не было, они туда приходили не за отношениями, а зарабатывать. Ну, вот другие зарабатывать, а вы... Вас... А у меня, так сказать, это скорее было безбашенное развлечение такое. Ага, ну то есть там для души, для сердца... Вот поговорить, как бы приобнять, защитить, если у нее там простуда, лекарство принести с медиком. Куда, на съемке? Да не на съемке, я про любовь. Вот параллельно, может быть, у вашего брата, так сказать, отношения еще? Может быть, почему? А у вас-то были? А вот у меня не было. Вот никак, я ищу уже серьезные отношения, стабильные. Вот. Как-то тяжело вот так вот понять. А что тогда вот по поводу фильмографии? Сколько фильмов? Ну, наверное, за сотню было. Да вы что? Ну, это же это немного. А у вас за вредность не доплачивают? Ну, вот там, если у станка работаешь, молоко дают за вредность. У вас тоже вредное производство? Нет, наверное. Ну, вот смотрите, из-за этого вредного производства вы 10 лет не строили отношения. Ваши дети уже могли в третьем классе учиться. Могли. Ну, Женя, а что сейчас в завязке? А это
По возрасту вас списали, что ли? Нет, просто это в 2011 году в этой индустрии очень жестокий кризис начался. Меня профессия его абсолютно не смущает. Во-первых, она не его основная, как бы, может быть, как развлечение или дополнительный заработок. А вот вы пришли на программу, которая называется «Давай поженимся». То есть вы уже созрели для женитьбы, или вы хотите, чтобы вас увидела такая огромная страна и сказала... Нет, возможно, повезет счастье своей встречи. Ну, то есть надеетесь еще? Да. Чтобы что? Чтобы что? Вот вы детей не хотите в браке, например? Ну, может быть, не хотел. Ну, уже просто поздно детей, я считаю. Будем реалистами. Да ладно, вы такой молоденький. Кровушки-то чужой, видать, наглотались. Да, знаете, с молодыми девочками такой обмен энергетикой был, что вот... Поэтому вы не выглядите на 39. Да. Но, с другой стороны, так родите детей, а они будут шариться по квартире, найдут кассетку другую. И скажет, ой, папа, вот скажет, это нам вот папа, еще молодец, не разрешаешь хорошо учиться на тройке. А если девушка будет с ребенком, это еще хуже. Если ребенок найдет, скажешь, мам, с кем живешь. Ну, вам не нужна женщина с ребенком? Женщина с ребенком должна, наверное, уже как-то более к серьезному человеку. Жень, а вот соседи в курсе, чем вы занимаетесь? Ну, какие-то друзья, подружки? Друзья, многие о ней знают. А вы их не втягиваете в этот порочный ваш бизнес друзей? И говорите, типа, один раз попробуй, потом за уши не оттащишь. Нет? Как говорится, и приятные, ну, руки в тепле, и деньги платят. Ну, насчет втягиваешь, не втягиваешь, это, знаете, каждый сам делает свой выбор. Но я бы не хотела, если он женится, моей дочери, чтобы он продолжал этим заниматься. Ну, этот мужчина пришел жениться, и тем не менее он не хочет детей, он не хочет семью. Розочка, я тебе дарю розочку. А можно твою розочку смотреть? Пожалуйста. Можно. Как хорошо, что я не пришла в белом. Да. Я прямо ваш фанат. Это в порыве хорошо души. Хорошо. Расскажите мне, мой дорогой, теперь в грезах, о ком мечтаете? Я? Ну, программа называется «Давай поженимся». Такая интеллектуальная. Не надо, мне только муж дарит. Спасибо. Особо красивая, конечно. Ну, такая с нереализованными фантазиями, скорее всего, так. Это я, что ли? Порог возрастной. Хотелось бы, чтобы так на десяточку помоложе было, чем я сам. Начни я. Не, ну вы еще хоть куда, дама? Ну, самец он еще какой, конечно. Ужасный бабник. Вот я представляю, вот такой вот приедет кто-нибудь в Оренбургскую область с батькой знакомиться. Типа, прошу, мол, Петр Иванович, руку вашей дочери Люси. И сядете так. Ну вот, ну, и, так и я, скажет, ну, так, и чем ты, сынок, занимаешься? И розочку, тёще. Да. Если в 39 лет он дарит подобные подарки, это говорит о том, мне так кажется, что человек молод в душе. Жилая роза, сваха. Я, знаешь, о чем подумала? У нас электрик, это электрик. Наш электрик хороший. А у них два в одном. Пришел электрик, он еще и одинокой женщине скрасил вечерок, понимаешь? Ну так это же сервис европейский. Конечно. И, я не про это. Мне кажется, он так и будет погрязнет в этой профессии и никогда из нее не уйдет. Вообще, ну вот я по-честному скажу, Жень. Ну, не знаю, молоденькой девочке, если только она действительно сирота, и чтобы вот и у тещи не было вот инфаркта после того, как она розочку случайно разберет, все-таки вы мужчина для взрослой женщины. Понимаете, все должно быть равноценно. Вы должны дарить то, что умеете, а умеете вы, понятно, что. Женщина нуждается, а у нее деньги-то есть. Вдова ли она или разведенная. А, знаете, дареному коню в зубы не смотрят. То есть, в сторону Альфонса намекаете? Надо счастье. Почему? А, семья – это взаимозависимость. Вы будете получать уют, вот как Лариса говорит, и руки в тепле, и вас в таком, вот, понимаете, нельзя вас, я даже не представляю, как вы электриком работаете, я только взрослая женщина. А я даже не представляю, что ему желать, потому что он ни нарезки не привез никакой, то есть, ну, вот это... Он тебе шоколадки, вон и трусики. Да я имею в виду нарезку какой, не колбасную же, а из своего, так сказать, фильмографии своей. Потому что он сидит и все врет, понимаешь? Он готов жениться. Потому что уже нигде себя не может проявить. Я даже боюсь обращаться к астрологу, если честно. Она у нас такая целомудренная, Лидочка. Да, ты попала в эту программу. А и что? Такие люди тоже существуют. Но я, конечно, не настолько целомудренная, и тем более я не ханжа. Но не у вас не под головой светится, я вот вижу. Да вы что? Да. Я могу сказать, что Евгений... А фильмицы ты смотришь иногда? А? Как? Сейчас. Вопрос. Есть ли? Вот у меня есть. Ну-ка. Расскажешь потом в рекламу?
Да, смотрю. Нравится? Ну, если бы не нравилось, наверное, не смотрела бы. Нам может из научных побуждений. Все. Вот из научных побуждений, это как раз про вас. Я хочу сказать, что Евгений никогда не изменится. Он никогда не любил и вряд ли сможет полюбить. Любит он только себя. Дева – самый рабочий знак. Люди, которые разбирают все по частичкам, по крупицам, потом собирают все единое целое. Это механический процесс. Вот секс – это механический процесс. А мама долюбила? Сколько вам было лет, когда мама умерла? 30. Мама жесткая была? Ну, как, наверное, каждый, вы свой УАЭС, у вас есть, вы, наверное, тоже хотите, чтобы они там и институт закончили и так далее, и наставляете на путь истинный, да? Ну, так что, такая то вот была. То есть такая боевая, да, командная? Да. Вот Луна Вовне очень часто показывает именно такую. Что мама диктатор, да? Она не диктатор, нет, она просто вот боевая, активная, командная, она может быть навязывать что-то, а сын мог сопротивляться. А вам зачем давлению? Интеллектуалка нужна? Вы погрустнели как-то, когда нет, ну, чтобы можно было вечером хотя бы поговорить о чем-то умном. Нет, я просто астролога заслушался. Мы просто затронули такие настоящие струны. Еще один момент. Тау-квадрат на Сатурн. Сатурн в знаке рака. Это говорит о том, что человек не хочет брать ответственность за другого человека. Обычных парней очень много в Москве. И в метро, и на улицах. А он необычный. Встречайте невесту. Здравствуй, Женя. Хорошо выглядишь. Да, приятно познакомиться. Как тебя зовут? Меня зовут Ксения. Ну, пойдем знакомиться, Ксения. О, как приятно. Благодарю. Ксения, 32 года. Скорняк 7-го разряда. Занимается пошивом меховых изделий. Имеет 2 высших образования. Увлекается таксидермией. Любит танцевать и загорать на пляже. Мечтает встретить мужчину с элегантными пороками. Первый муж Ксении погиб в перестрелке. Второй обзавелся другой семьей. Надеется, что Евгений станет ее последней любовью. Да, здравствуйте. Ой, что это за животные? А это небольшие подарки ему. Сувениры. Это лисьи хвостики. Ага. Это то, что называется таксидермией, да? Да, это как раз то, чем я занимаюсь, это моя хобби. Ну, ее хобби таксидермии с моей любовью к животным. Нет, это ужасно. Вы хотите встретить мужчину с идеальными пороками? С элегантными пороками. А вот хобби нашего жениха под ваше описание подходит? Ну, вы знаете, может быть, всегда приятно так подругам за столом рассказать о том, что у тебя мужчина, он вот такой, чтобы они сказали так, а в душе-то позавидовали немножко. А вы обсуждаете такие моменты с подругами? Интимные? Обсуждаю. Не все, конечно, в пределах там, в пределах, на грани. Не, ну когда дело доходит до пороков, это уже не предел, это уже за предел. А что ж такое порок? Неоткровенность, конечно. А ну вот в вашем понятии, видите, жених спрашивает. Ну, например, он снимался в фильме «Для взрослых». Он не снимался, не считаю. Ничего в этом такого. Не считаете ничего такого? Ну, я не скажу, что это не имеет места быть в нашей жизни, да? Это все бывает. В Америке очень модно это сексоголики. Них что Чарли Шин, что другие актеры, они все сексоголики. Единственное, что не переросло ли это хобби потом, не перенеслось ли оно в обычную жизнь, да, допустим, да бытовую, чтобы там ходил, Зачем? Вопрос зачем? Смотри, как она выглядит некрасиво. Такая бывалая прям, платье какое-то дешевое. Расскажите, что случилось с вашим первым мужчиной, первым мужем? У меня был очень ранний брак, мне было 17 лет практически, там еле-еле мне исполнилось 18. Поскольку мы были тоже очень юны, муж мой тоже был очень молод, он начал зарабатывать деньги единственным, видимо, способом, который он мог тогда найти. То есть он стал где-то так вот в какие-то полукриминальные там истории ввязываться, да? Где-то в какие-то не бывает. Либо криминал, в такие, либо нет. Ну, такие очень скользкие. Вот. И однажды зимней ночью мы поехали с ним и с одним его еще знакомым в другой город. Это был 2000-е, вот начало 2000-го года практически, такие самые вот еще неустойчивые времена, и нашу машину расстреляли, то есть прижали к обочине, и на зимней трассе как бы расстреляли, он меня успел спасти, он меня толкнул между креслами, закидал там дубленками, и вот я провела практически всю ночь в этой машине зимой, ночью одна с телом. По-моему, 2000-е, это не 90-е все-таки, просто так никого не расстреливали. Долго вдовствовали? Нет, недолго, 2 года.
А потом вышли замуж, у вас родился ребенок? Да, потом я вышла замуж, у меня родился ребенок. И что там случилось? Родился. Мы прожили с мужем несколько лет. А муж был старше меня на 10 лет, второй мой. Вот. И все считали, что он бесплоден. То есть у него ни в первом браке не было детей, ни от какой-то другой женщины у него не было детей. Ну, все, как бы поставили крест, детей не будет. И прошло несколько лет, и вдруг я оказалась беременна. Как бы так вот неожиданно для всех это было как бы такой сюрприз. И мама моего мужа, она сказала ему, что, наверное, Костя, это не твой ребенок. Вы сделали тест? ДНК? Нет, мы не стали делать тест ДНК, потому что это желание мужчины. Я думаю, что он не настолько сильно хотел. Он не поверил вам, что это его ребенок? Нет, Костя мне на это ничего не сказал. То есть он не упрекал меня. Он не рассказывал этих сомнений. Но, видимо, какой-то червь сомнения его там где-то, может быть, точил. А расстались мы совершенно по иной причине. То есть я начала замечать, что муж мой все позже приходит. Все как-то меньше уделяет мне внимания. Как-то меньше мне дает денег на семейный бюджет. Да? Где-то начинает там экономить, где-то начинает подзажимать как-то. Ну, вот отношения начинают разглаживаться. Поскольку я была все-таки молода, ничего я не понимала, что происходит. Вот, я увидела его в магазине с другой женщиной. Ну что, через это могла быть его просто знакомая, коллега? Нет, это была ситуация абсолютно прямая. Угу. То есть мы столкнулись вот так вот лицом к лицу. Я, мой бывший муж, женщина, развода. Да, там ребенок. Но я понимаю, что ребенок как бы этой женщины был не от него. И я так стою, у меня земля ушла из-под ног. Я прям не могу понять, вот как. Ну, вот, тоже неизвестно, у меня в голове у меня все сложилось. И мой муж, он сказал мне такую фразу, говорит, ну, я надеюсь, ты не будешь устраивать скандал, мы же взрослые люди. Да, абсолютно типовая ситуация, значит, так должно и да, быть. Да, мы развелись. Кто у вас, мальчик, девочка? У меня сын, ему 10 лет. 10 лет? Угу. А вот вы говорите про пороки. Если у вас все сложится, вас нисколько не смущает род деятельности Евгения, то, чем он занимается, и вы приведете мужчину в семью. А у вас мальчишка. Вы знаете, смотря как Евгений относится сам к своему хобби, да, к своему вот этому. Ему не нужно. Как бы он к этому не относился. Допустим, это просто работа, и он просто этим зарабатывает деньги. Ну, вы перегибаете, это никогда не было зарабатыванием. То есть у меня всегда это была еще отдельная хуже. Работа. Да, вот я, кстати, это еще хотела уже. Он не зарабатывает. Ему нравится эта работа. Вот вы его приводите в семью. Я не думаю, что, конечно, мои родители будут рады. Ну, вот так, честно. Но мы люди взрослые, да, и мы должны себе отдавать отчет в том, что это наша жизнь. И как мы ее построим, так мы ее и проживем. Ну, ребенка бы я своего, конечно, хотела оградить от такой информации. Нет, а что для вас в жизни первичное? Все-таки благополучие, да, моей семьи. Меня, сына, устойчивые отношения, как бы мне уже хотелось бы тоже определиться в жизни, да, и дожить свою жизнь с мужчиной единственным. У него столько девушек было, что... И жена-то зачем ему, если он детей не хочет? И никого не осталось. И он решил сюда. Ради кого жить вообще дальше, ради будущее? Чего, да. Ради чего? А вы понимаете, что вы можете своему сыну жизнь сломать? Вот одним своим каким таким образом? Поступком. Вот одним этим поступком. Каким? Вы выходите замуж за мужчину, который не просто снимается в порнофильмах, потому что либо ты снимаешься, либо голод, и завтра умрет твоя семья от голода. А ему это нравится. Он человек порочный, он не скрывает. Он живет в этом пороке. Для него это первично, вторично и третично. Но кто-то женится на актрисах, которые, допустим, тоже снимают там неглиже фильмы. Их же дети другое. Потом там спасибо. Не показывают. А вы пальцами. Приготовили сюрприз? Да, конечно. Покажите. Спасибо большое. Конечно. Ух ты. Это моя работа. Это медведь, шапка из медведя. Я бы хотела ее подарить Евгению, чтобы он не забывал все-таки о своих русских корнях и был настоящим мужчиной. Да. Боже мой, медведя на шапку. Господи. Вы живете в Прибалтике. Вы русский? Нет, я русский. Да. Русский. До седьмого колена. Проходите. По-моему, в вашем вкусе девушка. Вроде как бы такая самостоятельная и не глупая, но как-то вот что-то с прошлым как-то очень туманно все-таки, мне кажется. Угу. Да. А еще что вас как бы смущает? Ребенок. В этой истории? Ну да. Рассказывает. Да, да. Я думаю, что нам будет трудно. Вот уже тем более с таким и взрослым, как бы такой у нее ребенок, построить какие-то отношения. То есть только ребенок?
не хотите брать на себя ответственность. Да. И не хотите, чтобы она рушила жизнь своего ребенка. Да. То есть даже вы, человек, который соткан из одних пороков, даже вы понимаете, что то, что Ксения собирается совершить, это преступно по отношению к ней. Ей нужно больше об этом хорошо подумать. Роза, как тебе невеста? Она взрослая женщина, в конце концов. Ей не 18 лет, чтобы мы могли внушить ей что-то. Там, погрозить пальцем своим авторитетом. Она говорит, хочу порочного. Ну, что поделаешь-то? Понимаешь, я все-таки считаю, что немножко не хватает ему при всех этих его там хобби, при всех его разговорах, о его там профессии. Мужской силы, мужской уверенности в нем, конечно, мало. У вас есть три бонуса. «Семейная тайна», «Общение наедине» и «Скелет в шкафу». Что выбираете? Давайте «Семейную тайну». Давайте. Ксения, подойдите к нам. У нас есть семейная традиция. Мой папа рыбак. Он очень любит ходить на рыбалку. И он очень бы, конечно, хотел ходить туда с кем-то, с зятем, который бы ему близок был в душе. Поэтому после того, как он приходит с улова, мы печем традиционные пироги рыбные. Поэтому я хочу вам презентовать пирог. А с чем ты пирожок? Спасибо большое. С налимом. Намели мы лениво, налима ловили. Попробуйте. Встречайте невесту. Здравствуй, Евгений. Прямо красавица. Спасибо, очень приятно. Если честно, мне очень льстит знакомство с человеком, имеющим такое хобби, как у тебя. Это говорит о твоей неординарности, и мне кажется, нам будет интересно вместе. Пойдем знакомиться. Спасибо. Екатерина, 26 лет. Инженер-химик-технолог в нефтепереработке, волонтер в приюте для лошадей, снимается в кино и в рекламных роликах, мечтает прыгнуть с парашютом, предупреждает, что не хочет иметь детей. Бывший муж Екатерины был одержим идеей стать отцом, поняла, что не сможет сделать его счастливым и подала на развод. Надеется, что Евгений сможет понять ее, как никто другой. Что ваш муж делал не так, что отбил у вас желание иметь детей по сей день? Он очень хотел большую семью, он настаивал об этом, он хотел как минимум 3 детей. А вы до свадьбы с ним не говорили? Мы говорили, но он не предъявлял такого большого желания иметь детей. Как только мы поженились, это началось буквально через 2-3 дня, причем жутким прессингом. Но это же естественно, Екатерина. Мужчина, который хочет детей от любимой женщины, до него молиться надо. Понимаете, мужчина, который любит женщину, он хочет от нее продолжения. Не соглашусь здесь. А мужчина таким образом, конкретно мой муж, он пытался меня просто привязать к себе. Тогда вы до свадьбы должны ему были объявить, что я не хочу детей. А так вы его просто обманули. Нам обоим было по 22 года. И показалось, что это он. Вы его обманывали, вы предохранялись втайне от него, пили таблетки? Получилось, что так, да. В этом я признаю свой обман. Он узнал об этом? Нет. Надеюсь, он не узнает. То есть очень свободолюбивая девушка, очень любит свободу, летать сама по себе. Вы из какой семьи? У вас есть мама? К сожалению, я из неполной семьи. Меня воспитывала бабушка. Почему? Нет родителей, скажем так. Вас мама оставила? Да. В роддоме? Да. На 4-й день? Да. А отец? Отец так же, как и мать. Нет. Маму видели когда-нибудь потом уже? Да, видела. И что? Материнских чувств у нее нет. А как вы это объясняете? Я не знаю. Но она пьет, например, или... Нет, пожалуй, я в разочаровании в ее жизни, вот и все. Наверное, она себе не так представляла семейную жизнь, как у нее получилось. А как она реагирует на вас, уже такую взрослую, самостоятельную девушку, дочь? Никак. Если захочет общаться, я буду не против. А хотите к ней обратиться? Нет. Подумайте. Она знает, где живу я. Захочет обратиться сама. Но сделайте первый шаг, у нее нет такой возможности, а у вас есть, вы на Первом канале. Вы можете к ней обратиться. Вы знаете, в жизни все меняется. Может быть, маме страшно, может быть, она совершила по молодости такой грех, а сейчас не знает, как к вам подойти. Сделайте, вы же ничего не потеряете. Я не хочу.
Это мой выбор. Она знает, как вы выглядите? Она вас узнает на улице среди тысяч? Так я думаю, да. Говорят, мы очень похожи. А когда вы последний раз ее видели? Пару лет назад. Не состоялось разговора? Нет. Поэтому детей не хотите? Нет. А вот ваша подружка, очень интересное лицо у вас, Вероника. Спасибо. А у вас есть молодой человек? Да, я замуж, у меня есть ребенок. Такая картинка. Екатерина выходит замуж за Евгения. Вы представляете себя в одной компании с Евгением? Вы представляете о себе, что вы знакомите своего мужа с Евгением? Ну, если честно, то нет. Мы с Евгением очень разные, даже по взглядам на этот мир. Я считаю, что в настоящей полноценной семье должны быть дети, и не один ребенок. И я считаю, что это первоначальная цель. Дело даже сейчас не о детях. Послушайте, в конце концов, это право женщины выбора ее, рожать или не рожать. Я очень поздно родила своих детей. Меня достали расспросами, когда мне было 25-28. А у тебя есть дети? Нет. Нет? А когда ты собираешься? Меня достали совершенно посторонние люди, которые не имели права лезть в мой организм, в мою душу. Они лезли. Это ужасно. Поэтому это ваше право. Я сейчас не об этом, а о том, чем занимается Евгений и чем ему нравится заниматься. Это его выбор, но... Вы с мужем познакомите, в семью приведете? Я думаю, нет. Ребенка разрешите посадить на колени? Нет, нет, конечно, нет. А вы видите себя в паре с Евгением? Я не совсем поняла. Евгений, можно уточняющий вопрос? Да. Ваше хобби, оно у вас до сих пор такое? Нет, или... это последние съемки были весной 2011 года. Просто сейчас кризис, нет заказов. Я очень рада, но что... Это не обязательно, если это... Если будет девушка против, то для меня нет проблем отказаться от этого. Евгений, можно задать вам вопрос? Да. А вот если бы Екатерина занималась бы таким же родом деятельности, как бы вы к этому отнеслись? Ну, если я до сих пор из этой индустрии себе не нашел жену, то, наверное, понятно, что я такую не хочу в качестве жены. Ему нужна целомудренная, чистая, интеллектуальная. 26 лет уже пора думать о детях, иначе она в 39, как и ему, стукнет, и уже будет поздно уже вообще. Поздно, или да. Уже не может. Да, конечно. И потом в итоге она обвинит его, и сколько что ему он ущемил будет ее уже, в этом праве. Когда она захочет. Так вот, скажите мне, пожалуйста, если, так сказать, в завязку уйдет Евгений? Конечно, однозначно, я буду просить об этом. А так он не может без авиации, понимаете? Однозначно буду просить об этом. Допустим, все-таки он сказал, что в прошлом. Вот это. Вы рассматриваете его как кандидата? В таком случае, да. Спасибо. А я хочу посмотреть на сюрприз. Как уже сказали, у меня есть еще одно хобби. Я волонтерю в приюте для лошадей. Это некоммерческая у нас организация, то есть мы все занимаемся за свои деньги. Вот. И таким вот занимаемся рукоделием, хобби. В частности, я люблю такие вот фигурки. Это все идет на продажу, деньги идут на приют. Вот. И... Это приятнее, чем чучело, правда? Да. Спасибо, очень мило. Спасибо большое. Девчонки, приходите в комнату, розу не забудьте. Евгений, вам понравилось? Да, очень симпатичная девушка такая. Но она какая-то... Видимо, у нее жизнь действительно была очень тяжелая. Она такая вся в напряжении вся. Ну, вы знаете, как расслабить девушек, которые в напряжении. Ну, это запросто. Роза, тебе понравилась девушка? Ну, девушка-то хорошая, вон и делом тоже хорошим занимается. Вы знаете, я не буду ни осуждать, ни судить. Я вот просто смотреть по тому, что вы хотите, чего она хочет. Совпадает, не совпадает. Вы детей не хотите, она не хочет детей. Вот это уже можно, как говорится, рассматривать как союз. Так что не пробрасывайтесь. До последнего своего вздоха я буду считать, не будучи ханжой, что есть вещи, которые нельзя никогда ни при каких обстоятельствах либо в темноте, под одеялом и очень скрывать. Поэтому 26-летняя девочка, которая считает, что нет ничего особенного, а подруга ее говорит, да что вы, ни за что на свете, лучше жабу в рот. Поэтому мне ее подружка Вероника, конечно же, ближе. Но мне, например, противнее, если человек извращенец, вот к нам приходили, аморальный человек, который приходит жениться, который вот приходил сюда, жених, облизывался на меня. Вот это для меня аморально. Это тоже. Но у него есть, помимо этого, другие положительные качества. Он не подлый человек, он не предаст, он говорит открыто, он не делает
в своей стране то, что не запрещено законом. Он не делает каких-то таких вещей. А вот которые тайно сидят там, извините, я даже не хочу говорить. Да. Вот. А мы сейчас говорим об Екатерине. Мне Екатерина очень понравилась. Она человек целеустремленный. Для нее очень важна работа. Она человек практичный, методичный. Она такая, знаете, как пчелка. Вон, видишь, они, собственно, не так агрессивно настроены против тебя. Давай поженимся в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Лидия дадут вам совет в любое время. Сейчас реклама. У вас осталось два бонуса. Скелет в шкафу и свидание наедине. Что выбираете? Ну, ввиду того, что она такая напряженная, давайте узнаем какую тайну. Пусть будет скелет. Давайте посмотрим на экран. Лошадки. Вот это Ума. И 27. Вот это у нас Табор. Уже старенький. Чуть болеет. Татея. Красотка. Ей 5 лет. Она у нас совсем молодая. Это Синичка. Ей уже 30 лет. Вот у нас топ стоит. Это пони. Собрь какой. Вот мне так нравится, когда он так головой делает. Это он здоровается. А моим скелетом в шкафу является то, что я могу потратить всю свою зарплату, если это необходимо, чтобы спасти жизнь животному. Спасибо. Да. Спасибо большое. Хорошая девушка, хрупкая, сломленная. Еще импульсивная, вот судя по всему. Конечно, когда мать живет недалеко от нее и просто в принципе ее знать не хочет вообще никак, ни в каком виде. Это же от этого связано, потому что ее мать не умерла, не попала в катастрофу в какую-то. Она жива, она просто ей сказала, я тебя не хочу. Если самый родной, самый близкий человек, который связан был с твоей пуповиной, говорит, я тебя не хочу, ты мне не нужна. Как с этим жить? Я не считаю себя сломленной. Я же не сижу там, не ною, там, о, все, как все плохо. У вас есть еще одна невеста, вы можете пойти с ней познакомиться. Да, да. Меня зовут Аня, я ищу спутника всей своей жизни. Надеюсь, мы понравимся друг другу. Ну, возможно, Аня, так и будет. Мне Евгений. Очень приятно. Пойдем. Анна, 20 лет. Танцовщица в ночном клубе. Любит ходить в кино и ужинать в кафе. Мечтает открыть салон красоты и назвать его в свою честь. Предупреждает, что ей необходимо 500 тысяч рублей в месяц на личные расходы. Анна получила непристойное предложение от очень состоятельного мужчины, но, посоветовавшись с мамой, отказалась от него. Надеется, что Евгению удастся договориться с будущей тещей. Здравствуйте. Я хочу... Ну, давай, я тебе тортики помогу разобрать. Спасибо. Спасибо. Быстрее будет. Это мне классно. Ой, тортики я бы тоже не отказалась. Анечка, а что за непристойное предложение вам сделал состоятельный мужчина, а вы отказались от него, предварительно посоветовавшись с мамой? А, он мне сделал предложение такое, чтобы платить 100 тысяч в месяц мне, и чтобы я жила вместе с ним и с его девушками, которые уже жили в его доме. То есть одно гарем из них, такой. Как гарем, да. Он сказал, что если мы с тобой договоримся, то ты будешь ходить только со мной, либо с моей охраной. А сколько вам было лет тогда? Это было год назад. 19. Да. Мне кажется, это такая девочка, которая на первом месте, у нее деньги. Я посоветовалась, конечно, с мамой. Я во всем советуюсь с ней. Меня не устроило такое предложение. Я не уже... устроила сумма или само предложение? Меня не устроило в первую очередь то, что он ограничивал бы мне свободу, мою личную охрану, он сам. Это личное время. Не хочется, чтобы было время видеться с подружками. А если бы предложил не 100 тысяч, а, допустим, больше? Вот если бы он мне предложил 500 000 как бы, и жить с ним вдвоем, почему бы не выбрать бы состоятельного мужчину? А папа есть у вас? У меня есть отчим. А родной отец? Родной отец, он сейчас отдельно живет.
Вы с ним общаетесь? Мы редко созваниваемся по телефону, там, в праздник поздравить друг друга, спросить, как дела. У вас какое образование? У меня среднее специальное, я только колледж закончила. Какой? Колледж связи, на менеджера в области связи информационных технологий. Вы танцуете стриптиз? Да, я пришла в клуб ночной работать. Сколько вам было лет? Год назад, вот год и 3 месяца. После колледжа я сразу почти пошла. А это просто вот такое веление сердца или нет, для того, чтобы оплачивать учебу, например? Нет. Или маме помогать? Я хотела найти подработку, прежде чем пойти в институт. И пришла работать это администратором. Ну, хотелось в ресторан, но вот как-то с подружкой там вот меня немножко подговорила, завела. Проработала 2 месяца там администратором. Но там танцевали, естественно, девушки, я на это все смотрела. Сперва немножко презирала это все, но со временем как-то вот мне вот начало это нравиться. Потянула, я попробовала просто, и я поняла, что это очень весело. Ясно. И потом втянулись, и вам все это понравилось? Да, и настолько втянулась, что вот подумала, чтобы не тратить свои годы жизни на дипломы, образование. А мама там была на ваших представлениях? Мама не была, туда не пускают, как бы... Как не пускают? Родители не пускают? Нет, вообще женщин, там только мужчинам вход. Я бы не пускала. Там либо мужчины с женщиной разрешают пойти. Вот, ну это как бы для мужчин представление, зачем там, это не нет, просто... Нет, а у нас разве есть такие клубы, где только для мужчин? Везде. Можно с мужчиной прийти, просто если мама, а еще эскорт-услуги, да, у вас? Ну, с попутчиками, это же эскорт-услуги, да? Ну, с попутчиками, да, можно, так сказать, можно, да, так сказать. Оксана, а вы кем работаете? Я в банке последнее время работала, сейчас не работаю, сейчас у меня муж работает. Сейчас муж работает. Мы в деревню переехали, да, и решили, что пока... А детей больше нет? Одна Аня? Пока нет. Как пока? Вы еще собираетесь рожать? Ну, если Бог даст, а с удовольствием. 42 года. Ой, мама такая у нее. А вот мама, да, такая... Серьезная, да, серьезная женщина. Когда я узнала, что она танцует стриптиз, первое, что я посоветовала сделать, это посмотреть фильм «Шоугёрлз». Потому что я сказала, что если ты будешь делать что-то профессионально, тебе за это никогда не будет стыдно. И поэтому это ее на сегодняшний день выбор, помните, я его принимаю. А вы помните, как фильм закончился? Помню, фильм прекрасный, закончился трагично. А помните, как он закончился? Да. А вы помните, через что ей пришлось пройти? Поэтому я и посоветовала его посмотреть. Потому что... Я, как любая мама, конечно, я не мечтала. А вы понимаете, что избежать нельзя того, через дочери, что проходит героиня? Поэтому я ей посоветовала его посмотреть. Она его посмотрела. Она его посмотрела. А вот оставила этот выбор при себе. Эскорт-услуги – это не совсем так, Аня. Ну, расскажи, как это происходит. Есть девушки, которые на 2 подразделения. Есть, которые занимаются этим, есть, которые просто танцуют. А есть, которые занимаются, только мамки про это не знают. Они тоже занимаются. То есть вы хотите сказать, что вас заказывают, проплачивают, и вы там что-то начинаете кабинитесь? Так то, что произошло в фильме «Шоугёрлз» с героиней, Я, ваша меня дочери никуда не заказывают. Я танцую исключительно в клубе. Я имелась в виду то, что она ездит отдыхать не за свой счет. Причем при этом не обещая ничего мужчинам, у нее так и написано. Она это 2 раза ездила, я с одним у нее мужчину. Ничего не было, а с другим было. А если ничего не будет, тогда вы для чего? Тогда вы зачем? Хорошо, вот вы едете, и вы у вас с ним ничего нет. Тогда для чего вы? У него это есть с другими девушками там. Нет, я же говорю не про других, я говорю про Аню. Для чего Аня нужна в этой ситуации? Отдохнуть. Если ты уже сделал шаг туда, то там ты не можешь сказать, я не такая, я вся иная. Мамочка, я даже сейчас не к дурочке, к вашей дочке, к Анечке обращаюсь, а к вам. И вот подопьет кто-то, партнер его по бизнесу, и скажет, хочу, не могу. Вы что думаете, он ее не подарит? Конечно, он уговорит. И что там будет дальше? Очень-очень много не девушки зависит. Перестаньте, перестаньте. Даже режиссеры, не порнофильмов, которые ведут себя недостойно, которые могут себе позволять. А тут вы сами, своим видом, вы не просто провоцируете, говорите, да, конечно. Очень Аня, многие девушки у нас не работают, да, не хорошо, все до поры до времени. Ну да бог с вами. Я сейчас объясню, почему вам нужно 500-600 тысяч в месяц, да, от мужчины. Наращенные волосы 45, съемная квартира 50, ногти 10, ресницы 5. Такси ежедневное 600 плюс умноженное на 30. Умеет готовить, но предпочитает есть в кафе 1500 в день. Одежда, аксессуары, косметика 20, парфюмерия 5. Очень дорогие костюмы, обувь для работы. Один костюм 15. Ну, в тысячах все это имеется в виду. Вы проститутка? Нет.
А кто? Я танцовщица в ночном клубе. Угу. Хорошо. А ваш потолок, перспектива? У меня сейчас такие цели. Я хочу найти мужчину достойного и выйти замуж, родить детей и уйти с работы. А как вам кажется, вот Евгений достойный мужчина? Мне кажется, если у Евгения будет это все в прошлом, и у меня тоже это будет все в прошлом, то вполне возможно. Но я хотела бы в будущем иметь детей. А то, что там был даже не полк, а именем легион женщин, то, что он порочный, и что бы там звезды ни говорили, ну, сидит может... человек порочный, потому как он сидит, как он смотрит, какая у него лепка лица, как он рассуждает. Даже то, что он такой проникновенный, по-европейски мягок. В любом мне случае, кажется, решать не мне, а Аня. У меня своя жизнь, как бы. Правда? Да. И к Ане, с Аней мы видимся, ну, раз в неделю, наверное, я приезжаю к ней. Вот, поэтому лезть и навязывать свое мнение не могу. Ну, советую, то есть вы будете принимать у себя дома, естественно, также вот печь пирожки? Насчет дома не знаю, будем ли мы принимать. Ну, взять будет ваш, как? Если я ее выбор приму, если это ее выбор будет, и я его приму, значит, будем принимать. Вы его примете, но если ему это еще ее выбор. Конечно, ему еще сказал. Придется найти общий язык с тестем, а вот это навряд ли удастся. У меня очень строгие отчим. Я поняла, он не очень знаю, строгий. Аня, насколько у тебя строгий отчим, если он так тебе вот разрешает такие... Она у него не спрашивает. Я ни у кого не спрашиваю, я все решения принимаю сама. Мы живем в деревне, Аня живет в городе. Меня просто могут люди со стороны поддержать, либо вот сказать, Аня, нет, там, так не надо. Но все решения в своей жизни я всегда принимала сама. А покажите сюрприз? Да, конечно, только мне нужно для этого переодеться. Пожалуйста. Ну, с одной стороны, да, вот поверхность так-то глядя, конечно, они там друг другу пара. Ну, с другой стороны, смотря что но хочет жених. Он уже насмотрелся на таких да, девушек, конечно. Но она да, тоже повидала там, знаешь, все. Чистого, невинного. А, ну да, конечно. Вот, поэтому, конечно, наверное, не очень ему подходит. Аня такой выросла, что ее очень сложно переубедить в чем-то, пока она сама не тыкнется, не поймет, вот что вот. Об стол ее жизни стукнет, тогда она дама. Вот ты была права. Я? Скорпион. Вот. Конечно. Поэтому на своих ошибках не хотела учиться. А вы понимаете, что не она может стукнуться, а ее могут так понимаю, стукнуть? Вы понимаю. Вы потеряете ее. Я об этом постоянно говорю. Я говорю, что моя жизнь не будет иметь смысла без тебя. Я боюсь за тебя, за твою жизнь. Сделайте что-нибудь, мама. Что? Ну как, что вы вытаскиваете? Она что? Не хочет жить живет? У меня в деревне, она хочет жить и в что? Городе. Я не могу жить в городе. Просто не, ну, ну знаете, не это могу. Уже ваш эгоизм. А для чего мы народили своих детей? Чтобы жертвовать своей жизнью в том числе. Дай Бог, чтобы ничего не случилось. Я тоже об этом молюсь каждый день. Я хочу, чтобы она нашла себе мужа. Хочу, чтобы она очень хочет детей. Мамаша, откройте глаза. Вы сошли с ума? Ей 20 лет всего. О каких детях вы говорите? Она может не родить никогда. Она пришла совершенно... Лариса, поймите, она не продает свою любовь за деньги. Конечно, этого продает. Нет. Конечно, подобного. Да, и она хочет вам найти мужчину, который... хочется это говорить, но на будет... самом деле это нет. Не так. И, конечно, это может она быть хочет так мужчину, выглядит. который будет ее содержать. 20 лет, кроссовки, куртка, не знаю, заниматься любимым делом, ну, столько вокруг прекрасного. Она сейчас занимается за тем, что ей нравится. Такая судьба? Это Хорошо. Не судьба, судьба впереди. Мы сейчас прервемся на рекламу, через несколько минут встретимся. Особо она никак не танцует. Это я даже не умею танцевать, не хуже сделаю.
первый раз. Я понимаю. Спасибо, Аня, спасибо вам, проходите в свою комнату. Вы знаете, если бы я мать свою ненавидела или хотела бы ей за что-то отомстить и сделать ей так больно, чтобы она задохнулась, вот я бы пошла на это, вот на это. Я просто принимаю выбор. Вот я много встречал девушек, и вот могу сказать, что если вот один раз в этой индустрии за деньги что-то попробовано, то меняется кардинально вся система жизненных ценностей. То есть девушки обычно слетают с катушек вот после первого раза. Предупредите, закричите ее матерь, что она делает. Но ей, наверное, все равно. Ну, маме, наверное, нормально все. Только ради достойного мужчины я откажусь от этой работы. Роза, что ты скажешь? Ты тоже такая напряженная. Сватовство – корень свадьба, свято. Это сводничество, уголовно наказуемое дело, как минимум. Поэтому я в этом не участвую, вот я и молчу, сижу. А Ване я скажу только одно, что если же у жениха это механический процесс, то Ане это доставляет удовольствие, ей это нравится, в этих страстях этим заниматься. Она даже может выйти замуж и все равно продолжать этим заниматься, потому что это ее наркотик. Нет, я очень давно, еще когда училась в институте, общалась с одной профессиональной проституткой. Я к ней пришла в больницу, потому что она сидела уже практически убиенная. Она мне сказала: запомни, красивый и здоровый мужчина денег не платит. Вот, поэтому вы думаете, или мама думает, или Анечка думает, что красивый мужчина, клевый, здоровый, здоровый психически будет платить деньги? Не будет. Будет платить извращенцы. И больше никто. Ну, это ее мнение, я ее не осуждаю. У вас остался один бонус свидания наедине. Можно? Да, а мы пока... Привет. Привет. Я хочу тебе сказать, что это немного ошибочное мнение, что там проститутка. Я только год танцую и пока что не профессионально. Ну, ты знаешь, я в этой индустрии насмотрелся многого, то есть врать не надо, конечно, мне. Я не вру, я видел много, много девушек. Просто. Ну, так честно. Был приватный эскорт? Приватного эскорта не было, но я езжу в путешествие иногда за чей-то счет, отдыхаю. Да, это есть такое. Ой, девчонки, я не говорю, что нужно камнями забрасывать, но... Я не могу быть к этому равнодушной. Я не могу говорить, что для меня это норма. Для меня это не норма. А кто сказал, что норма? Взаимоотношения матери и дочери. Нет, я не в ваш адрес. Да все проблемы вон из-за того, что где родители. Вон мамаша сидит, извините, а у меня своя жизнь. Что надо в голове? Не знаю, я думаю об одном. Вот как нереализованные матери артистки отдают своих дочек в артистки или балерины. А у самих не состоялось. Отдают дочерей. Может быть, тоже мамка где-то так мечтала по молодости. Донесла, как говорится, не повезло мамке. Евгений, мы вас приглашаем. Ну как при близком рассмотрении? Ну точно так же, как и при дальнем. То есть мало что меняется. Вам жаль? Да. Могла бы вполне быть такая семейная девушка. Мне кажется, как бы он тоже не определен в своих желаниях на самом деле. Либо он нам что-то не договаривает, да? Евгений, поскольку вас никто не пришел поддержать, и вам никто не будет давать советов, поэтому вы говорите, кому пойдете, кто вам понравился, кого вы осчастливите. Единственное, кому бы я, может быть, пошел бы, это девушка, которая была вторая. Как забыл, как Екатерина. Ее зовут. Катерина. Да, Катерина, но ей все-таки нужен человек... другого типа, чем я. Ты выйдешь к нему, если он зайдет к тебе? Он же сказал, он не зайдет ко мне. Все, все понятно. Ну, скорее всего, наверное, Ксения, она хоть как-то понятна. Но там ребенок. Я не знаю. Нет, я вообще, честно говоря, хотела что-то умное сказать. У меня в голову ничего. Я очень рада, что эта программа состоялась. Я очень рада, что в моей копилке появился вот такой опыт общения с вами вживую. А что я только такое видела в фильмах ужасов, в триллерах. Я отношусь к каждому из вас с большим состраданием. Я отношусь с состраданием к вам, потому что вы никогда не испытаете то счастье, которое испытала я, Роза, которое предстоит, может быть, Лидии. Вы нелюбимы. Нелюбимый, что может быть ужаснее? Мне вас жаль. Мне жаль маму Анны. Только она не мама, она мамка для своей дочери.
Это ужасно. Кто кому мстит, это дело второе. Я не судья. Кто я такая? Послушайте, я женщина, которая здесь работает. Но это мое мнение. Раз меня сюда посадили, значит, для чего-то это кому-то нужно. Мне жаль Екатерину, не обласканную своей матерью. Ой, тут преступница-мать, которая не занималась. И я не знаю, что страшнее. Матери, которой не было у Екатерины, но она ее сломала, но она нормальным человеком выросла. В ней есть какой-то, не знаю, как жажда о ком-то заботиться, об этих лошадях, например. А что толку, что Оксана есть в жизни Анны? Вот, поэтому мне очень приятно. Вы оказались в этом смысле благородным человеком. Я так понимаю, что вы не пойдете никому? Нет. Господь, вот прям мне хочется, знаете, так высоковато. Господь, вразуми, спаси и сохрани их. Вот всех, чтобы только никто не попал в беду, и вы в том числе. Екатерина, представительница земного знака, она сама дева, у нее луна в Тельце. Я думаю, что просто стоит с ней пообщаться, может быть, просто сходить в кафе. Я не говорю ни о женитьбе, ни о каких-то отношениях, но просто узнать друг друга. Потому что она именно тот благородный, милосердный, чистый, внутри цельный человек. И вы можете друг другу быть полезны только в одном. Это, знаете, два одиночества, два несчастливых человека, два несчастных человека. Потому что вы, по сути, оба несчастные люди. Но, может быть, вы вытащите из этой пропасти друг друга. Она перестанет быть вот таким вот маленьким сухариком. А вы, может быть, будете помогать ей ухаживать за лошадями. И тоже поймете, что есть свет в этой жизни. Есть свет, он есть. Не стройте далеко идущие планы. Просто сходите сегодня вечером куда-нибудь. Вы взрослый человек, знаете, как вам поступать. Поэтому вот три невесты и комната, где вас никто не будет ждать. Мы в любом случае вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала. Привет, меня зовут Дарья, мне 27 лет, я занимаюсь организацией тематических вечеринок и шью костюмы. Всегда пробую для себя что-то новое и очень люблю экстремальные виды спорта. Ищу мужчину, который будет оставаться мужчиной в любых ситуациях и рядом с которым я буду себя чувствовать маленькой девочкой. Евгений не пошел ни в одну из комнат, но я предлагаю всех выйти и поддержать его решение. Сегодня, слава богу, нет пары. Если вы тоже одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся.